шоу экспериментов объявляется открытым. Для эксперимента нам понадобится карандаш. Эту рукой буду держать. Итак, раз, два, три. Вау! Как она это? Мой эксперимент зависит. Я положу 4 монетки на лист. Я потом резко дерну лист, и они останутся на столе. О! Я знаю. Мне кажется, это невозможно. Возможно. О! Почти не двинулись. Аплодисменты. Потому что... Без всяких там ничего. О, посмотрите, ребята, карандаш сломался. Подойдите, наклонитесь. Как он сломался? Я не поняла. А можно потрогать? Ой, цел, невредим. Сломался. Он живой. А я... Он без всяких фальшивок там. Понадобится для опыта. Вот шарики Орбис. Игрушки. И вода. И потом высыпаем игрушки все. Потом берем шарики Орбис, насыпаем в эту банку. И я еще сделаю это только недолго точно. Точно. Вот так. Засыпаем эту лису орбизами. Но и исчезает. Вода будет заполняться. А куда делись шарики? Они там. Посмотрите, ребята, подойдите. Там они есть. Класс! Там мой эксперимент закончен с невидимыми шариками. Батарейки, они уже вставлены, проводы, зубки и магнит. Ставлю на зубы. Пока что он так будет. Вау! Моторчик получился. Я думаю, то, что он на батарейках работает. На магните. Если вы хотите, сейчас он не будет работать. Не будет работать? Нет, дело в магните, а не в батарейках. Так, Сонь, что сейчас будет? Помогать? Не знаю. Игрушечка одна будет сейчас открыть. Что будет? Игрушка. Игрушка? Да. Зимняя игрушка. Прям все уливать? Нет, чуть-чуть. Толечку, все. Больше я не буду. Зачем тебе это? А это просто. Выбери любой зуб. Видите? Эти блестки. Как зимний шар, как будто снег. Посмотрите. О, снег. Видите? Бутылки. Снег в бутылке. Нужно пену для бритья.
И сигарочку. Может, уже не хватит? Да, очень красиво. Аккуратно. Понятно? Помогите кто-нибудь. Вау, синий. Дождик получается. Смотрите, это как будто туча, облако, да, воздушное? Да, и идет дождь. Сахарная вата. Потом надо все вылить.